спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В субботу в Самарской области будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью 9-11 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках. Днем плюс 19 градусов. Ночью 11 выше 0. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, возможен дождь, днем плюс 18, ночью плюс 10 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, может пройти небольшой дождь, днем плюс 17 градусов, ночью 10 с плюсом, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.